укола сделали, продолжаем дальше. Труба гофрированная, терморегулятор механический. Сейчас нам нужно будет установить термодатчик сюда, терморегулятор сюда и протянуть провода. Сделали разметку, а теперь по этой разметке укладываем кабель. Почему в этот раз я не штраблю пол? Потому что пол в ванной комнате ниже, чем в коридоре. Буду я устанавливать маяки и делать заливку. Поэтому сейчас я просто раскидаю вот по этим разметкам мой нагревательный кабель и сделаю стяжку поверх этого кабеля. Вот так вот. Итак, нагревательный элемент у нас уложен. Все точно по разметке, от начала и до конца. Вот в этом месте у нас будет соединение проводов с питающим кабелем. А теперь будем устанавливать маяки. Как-то так. Замеряем размер высоты в коридоре 19 сантиметров. И получается, сейчас нам нужно сделать, чтобы маяк у нас стоял на высоте 19 сантиметров. Маяки установлены, теперь ждем высыхания и заливаем. Кстати, почему разметку сделали именно вот в этой части ванной комнаты и пол уложили только здесь? Потому что здесь будет ванна стоять, под ванной, естественно, нам пол не нужен, а здесь будет раковина. И теплый пол заканчивается там, как раз где у нас будут находиться ноги. Естественно, под раковиной нам теплый пол не нужен, а ногам тепло должно быть везде. Ну, то есть, вот в этом участке как раз мы будем и находиться, и будет тепло нашим ногам. Ну, точнее, не нашим, а ногам наших заказчиков. Ну, и в том конце тоже будет естественный теплый пол от трубы. Кстати, вот этот короб, который здесь вот поднимается наверх, он тоже теплый, так как труба там проходит, соответственно, тепло будет еще отходить, исходить от него. Ну, в общем, тут у нас теплая ванна должна быть, ну, так же, как и туалет. Сейчас будем вот эту самую, ту же самую процедуру мы проделывать в санузле. Но санузел я вам показывать не стану, потому что одно и то же смотреть неинтересно. Короче, сейчас ждем наши маяки и заливаем. Так, в общем, подключили провода, теплый пол. Так, у нас кабель идет на туалет. Установил терморегулятор. Вот, терморегулятор тоже сейчас подключенный. Нам нужно это для того, чтобы испытать работу нашего теплого пола. Включаем. Включаем. Не включился. Странно.
Ага, включился. Ага. Индикатор загорелся. Вот она горит, красная лампочка. Следовательно, разогрев идет. Ага, все, теплый пол. Чувствуется, что нагревается. Так, с этой стороны, с этой стороны. Все, все, все пошло. Так, можно, значит, выключать. Все, индикатор погас, значит, терморегулятор отключен. Так, теплый пол набрал температуру, где-то градусов, наверное, 40. Ну, все, главное, он работает. Этого нам достаточно, чтобы знать. Все, теперь уже можем заливать спокойно. Будь уверен, что теплый пол у нас будет работать. Все, окей нам. Так, ну, все, маяк застыл. Теперь дело за стяжкой. Поехали. Так, короче, стяжку залил, вот, вся комната залита, все провода скрыты. А теперь эта стяжка у нас будет сохнуть. Сохнуть она будет пару дней. Завтра я еще ее подшкурю, местами, где остались шишки, я их сниму, выровню, удалю маяки и подровняю стяжечку. И вот потом она у нас будет сохнуть до тех пор, пока не приобретет нормальный естественный цвет стяжки, и уже будет пригодный для укладки на нее плитки. Но пока вот на данном этапе я оставляю ее в таком вот положении. Вон там даже отражение двух лампочек на потолке видно, ну прям как будто заливал наливным полом. Ну, в принципе, оно то вроде и есть. Начинаем укладку плитки на пол. Центруем плитку относительно двери ровненько, чтобы с этой стороны у нас было все симметрично. Раскладка будет у нас диагональная, то есть под углом 45 градусов. Начиная от входа, идем внутрь ванной комнаты. Планируется пройти через левую сторону, пройти под ванной и выйти с правой стороны. Как получится, не знаю. Если получится сделать с первого раза, хорошо. Если нет, то ничего страшного. Завтра есть еще день, можно будет закончить. Работа эта не требует спешки, поэтому работаем, не торопимся. We'll be right back.
небольшой участок плитки керамогранита на пол в ванной комнате. Подрезки не стал делать, что-то не хотелось сегодня этим заниматься. Оставил на завтра. Поэтому завтра с утра начнется жара прямо с подрезок.